Здорово живете, крымчане. Слава Богу, мы все живы и здоровы. Так как с нами Бог, мы непобедимы. Значит, выход из Славянска и из Краматорска был необходим только потому, что стали против нас применять фосфорные бомбы. Ну ничего, и разрушали инфраструктуру, без которой невозможно там существовать. Без воды, без света, без канализации. Мы-то люди, казаки, привыкшие, можем существовать везде. И жить, но только существовать. Ну, люди, которые там еще остались жить, мирные граждане, для них это было бы очень плохо. Особенно в Краматорске и в Славянске тоже. Я так думаю, сейчас славяне все перейдут в Краматорск и будут жить там. Вот. Хочу сказать, что мы победим. Это однозначно. Вот. Вернем и Краматорск, и Славянск. И вернем все казачьи земли. Значит, я слышал, что крымчане говорят, что Украина сунется, окраина Руси, то есть хунта, пойдет на Крым. Нет, она не пойдет на Крым, потому что она с нами справиться не может. Поэтому можете спать спокойно, принимать здесь отдыхающих и продолжать жить и наслаждаться жизнью, пока мы там будем наводить порядок. В Краматорске, в антикварном магазине, хозяин этой лавки сделал подарок нашей сотне волчьей. Это он подарил нам икону Георгия Победоносца. Действительно, победоносная икона. Дома находилась вместе с нами, и где мы были, туда не попал ни один снаряд. Все вокруг нас было взорвано, а где мы находились, мы не было взорвано. То есть Бог нас защищает. Поэтому верьте в Бога, это правда. И славьте Бога. Эту икону мы сейчас подарим и храм от нашей сотни. Вот. Поэтому слава Богу, что мы казаки, и слава Богу, что Он нас бережет. Поэтому никогда и ничего не бойтесь. И любите Господа Бога. Аминь.